вам, присаживайся. Ой, сколько сейчас информации хорошей хочется дать. Ну, а, друзья, межрегиональная творческая школа, фестиваль, я прям досконально хочу прочитать. «Россия. Территория талантов». Проект, который проводится при поддержке фонда президентских грантов, пройдет в межшкольном эстетическом центре Краснодара с 28 января по 1 февраля. Да, и да. У нас сегодня замечательные гости в студии. Да, друзья, у нас сегодня руководитель проекта, заслуженный артист России, руководитель Московского камерного оркестра «Времена года» Владислав Игоревич Булахов. Доброе утро! Спасибо, что вы к нам заглянули сюда, на юг. Мария Владимировна Бумагина, заместитель директора по учебной части МЭЦ, и Анастасия Павлова, очаровательная скрипачка, ученица МЭЦ. Привет! Ой, сколько у нас к вам вопросов. Во-первых, Настя, тебе спасибо. Сейчас люди у телеэкранов аплодируют стоя, уверен твоему творчеству. Ты большая молодец. Ну, спасибо. Тем более с такими педагогами, наставниками, вдохновителями. Владислав Игоревич, наверное, к вам, как к художественному руководителю этого проекта, этой школы, хочется обратиться. В двух словах, что за проект? Из чего состоит? То есть мотивация. Ну, мы понимаем, что финал там, гала-концерт, мы еще поговорим о нем. Отбираются ребята, которые учатся на протяжении нескольких дней с именитыми педагогами. Ну, хочется от вас. Как вы уже все сказали. Ну, так это... Вот такое, что я уже сказал. Разрешитель интриги. Я готовился. Конечно, я все рассказал уже. Дело в том, что в Краснодаре мы как раз начинаем вот этот замечательный проект, связанный со школами-фестивалями, который будет... почти по всей России происходить. И в Краснодаре мы открываем эту школу. И я очень счастлив, поскольку я здесь и жил, и учился в Краснодаре много лет. Вот, поэтому Краснодар для меня не последний город. И я знаю, что здесь огромное количество талантливых детей. Представляете? Которые, как ни странно, играют на скрипках. И на роялях, и на многих других инструментах. И поэтому, и более того, несколько лет назад мы познакомились с выдающейся школой, который называется Межшкольный эстетический центр. И мы решили, что как нигде, как в школе, не должна проходить такая творческая школа-фестиваль. Поэтому мы сейчас вот как раз и уже продолжаем несколько дней наши мастер-классы, концерты, круглые столы и так далее, и так далее, и так далее. А вдруг кто-то из зрителей наших не знает, что такое Межшкольный эстетический центр? Это гордость нашего края, потому что на всевозможных мировых и конкурсах, и фестивалях ребята занимают призовые места. Мы вами реально гордимся. Спасибо вам за то, что преподаете там, Настенька, тебе за то, что ты там учишься. Да, друзья, вот такой вопрос. Вообще, сколько будет победителей? То есть, какие номинации? И как и кому можно, по сути, попасть? Да, или уже, если человек попал на обучение, на мастер-класс, то он уже, ну, победил, можно сказать. Да, да, да. Вы говорите. Конечно, я могу ответить. Это не конкурс. Это, прежде всего, возможность для детей развиваться, показать свои таланты, пообщаться и поучиться у великих мастеров, которые приехали к нам, и сейчас они в гостях в нашем центре, и с понедельника уже в активном режиме работают. И более того, каждый вечер сейчас у нас и мастер-классы проходят, и проходят обязательные концерты, когда дети могут выступить и показать, чему они уже сейчас за несколько дней, несколько занятий научились у наших замечательных педагогов. Ну, вот ради интереса, расскажите, кто к нам приехал? Я знаю, что это очень известные музыканты. К нам приехала Наталья Викторовна Богданова и Анна Николаевна Соколова. Они представляют Центральную музыкальную школу и работают сейчас с нашими детьми. Так же, как и Владислав Игоревич, они уже приезжали в гости к нам в наш центр. Они уже знают и уже третий раз в Краснодаре и работают с детьми талантливыми. То есть такой проект проходит третий раз уже, да? Вот. Это не совсем такой. Ну, вот, развитие. Развитие в этом году мы выиграли президентский грант. И мы сделали региональный его, потому что мы со школой дружим действительно давно. И у нас каждое лето проходит фестиваль в Краснодаре «Времена года». Но в этом году президентский грант и президентский фонд выбрал нас. И поэтому мы очень рады. И, конечно, у нас сразу расширился и региональная политика, И, конечно, мы могли пригласить детей в МЭЦ не только из МЭЦ, но и из Славянска на Кубани, из Новороссийска, из Горячего Ключа, из Геленджика, ну, конечно, из Краснодара, ну и, конечно же, из МЭЦ. Поэтому у нас там целый оркестр симфонический собирается из 40 человек. И у нас послезавтра... уже будет гала-концерт. Да, вот вы подвели как раз к завтра, 1 февраля, да? Завтра. Да. И у нас завтра начинается первый концерт. Да, вы подвели к нашему вопросу. То есть, а больше все-таки ребят наших краснодарских или тех, кто приехали из регионов? Краснодарских. Да. Ну, и, конечно, мэцевских. Ну, и тем более, мы же уверены, еще долго-долго будет идти подобный проект. И хочется, чтобы вообще со всей страны к нам сюда. Мы были эпицентром. Конечно же, так и будет. Я вот просто посмотрел здесь, да, вот эту брошюру. Огромное количество просто детей, да, талантливейших. И заметьте, все какие молодые.
Все дети молодые. Ну, мало ли. Вот действительно. Ну, кроме Бенджамина. Баттона, да, который. Нет, ну, я имею в виду, что там третий, да, класс, 2007 даже, девятый. Да, у нас действительно есть от самых маленьких до самых взрослых уже, так сказать. Вот, самый взрослый. Это училище, это колледж, музыкальный колледж. Колледж, да, музыкальный колледж. Это уже 16-17 лет. Да. Настя, расскажи, вот ты наверняка уже успела принять какой-то опыт, да, от педагогов, которые приехали сюда. Поделись эмоциями, поделись впечатлениями. Заметила, насколько поменялось твое восприятие игры на скрипке, твой профессионализм? Да, конечно, мне очень много всего подсказали на правильный путь. А кто вот больше всего понравился из тех, кто приехал? Ну, я вот была только на мастер-классах у Анны Николаевны Соколовой. Угу. Вот. Хорошая фамилия, да. Понравилось? Мне все мастер-классы понравились. Как давно ты играешь на скрипке? Уже 6 лет. Ух ты. Ну, ты же понимаешь, что это ого-го, какое будущее. Да. Вот. Говоря, опять возвращаясь к тематике прошлых лет, ребята, которые проходили вот школу в первый, во второй год, где они сейчас? Следите как-то за ними, продолжайте, да? Вот. Это очень приятно, потому что дети, с которыми мы начинали, становятся лауреатами. Mm-hmm. Конечно, потому что у них очень хорошие преподаватели и в школах, и в МЭЦ, и в институтах, и в вузах, и так далее, и так далее. А, во-вторых, мы, конечно, их забираем в Москву. Вот как. Мы просто грабим Краснодарский край. Мы делимся, они все равно потом возвращаются, вот, делятся своим опытом. И они приезжают к нам, и есть уже дети, которые начинали в фестивалях, но в МЭЦ уже меньше еще, поскольку мы 3 года, mm-hmm. которые уже начинали в школе, закончили колледж, закончили консерваторию, поработали в оркестре, вернулись сюда преподавать. Представляете, какие это? Это уже десятилетия. Это получается, это уже, почти что кузница. Да, кадр, да. То есть ты прекрасно понимаешь по ступенечкам, куда идти. Замечательно. Да. Гала-концерт, о котором мы говорим, который будет завтра. Да. Может быть, ну там же можно свободный вход, да, зрители конечно. Могут прийти. Расскажите буквально в двух 15 словах. 15 часов в потрясающем концертном зале школы МЭЦ, где есть потрясающий стенвей. Вот, мы проводим гала-концерт, который будет состоять из нескольких блоков. Это сольное исполнение. Mm-hmm. Настя будет играть с фортепиано. Это ансамблевое исполнение, когда ансамблисты играют с роялем. И, конечно, оркестр. Мы сейчас готовим в составе, уже, я вам сказал, 40 человек. Это скрипачи, виолончелисты, духовики, ударники. Они все вот сейчас готовятся к программе. Я их каждый вечер с ними занимаюсь, готовим ноты. И дети, которые самые-самые-самые, будут играть с оркестром. Поэтому приходите все, у нас свободный вход, в 15.00 мы зовем на Тюляева 33, угу. и будем очень-очень рады видеть всех. Прекрасное место, где можно провести творческий день. Есть еще такой немного, с одной стороны, провокационный вопрос именно, да, к Владиславу Игоревичу. Молодежь, вот дети современные, они более талантливы, чем прошлые поколения? То есть как вот меняется? Чем мы, да? Чем мы, да, вот. Ну, вы вообще выдающиеся люди. Ой, приходите за грибами и на красных щеках. Дело в том, что, конечно, детей талантливых немало, и я всегда потрясаюсь тем, что в Краснодарском крае очень любят скрипку, поскольку я сам скрипач, не буду обижать, конечно, пианистов тоже немало. И каждые 3 года здесь проходят краевые конкурсы, где дети с малых лет начинают любить скрипку, представляете, и играют. И поэтому здесь, собственно, почему мы здесь проводим мастер-классы по скрипке, потому что есть перспективы, есть таланты, есть преподаватели, есть все, что может дать Краснодарский край для этого. Спасибо вам огромное. Спасибо. Да, много еще о чем хотелось бы пообщаться, к сожалению, время у нас ограничено. А вам хочется сказать большое спасибо за то, что вы несете молодежи. Настенька, тебе больших успехов. Конечно же. Это и другие интервью можно посмотреть на сайте нашего телеканала. Обязательно не забывайте, 1 февраля приходите на гала-концерт.